Всем привет! Сегодня мы на аккаунте Кости, моего подписчика, будем пробовать ему выбить всех недостающих топовых легенд. Попытаемся, скажем, вытащить все, что можно на 22 Касамов. Так, смотрим, что у него тут интересного есть. Аккаунт молодой, бездонатный. Да, блин, по привычке не туда захожу. Привык тыкать на акции. Как видите, доната тут нет. Смотрим, что у него с героями творится. Войти. Тыковка. Ара. Дед Мороз, Варлок. Ну, видно, что аккаунт очень молодой. Пятерок даже нету. Ведьма только почему-то. С БВшкой непонятно. Наверное, такой родилась. Хранитель. Афина есть. Ну, это уже плюс. Так, Кубчик. Друид. Капитан Дрейк. Душек, Лео есть, Медуза есть. Всадник, это хорошо. Ну, все, пошли повторочки. Короче, есть кого ему. Хранитель, еще один. А, это этот же хранитель. Так, что у нас на складе есть? Обычные герои. Ничего интересного. Рун, как видите, тоже немного недавно где-то начал играть. Камешки. Книжечки. Что у него по волнам? Дошел до О-волны. Подземка. Что-то я далеко зашел в кошмарке. Так, жестокое 3. На 8 остановился. Понятно. Ну, в принципе, тут у него герои без... Есть герои с эволюцией или нету? Не, у него даже ни одной эволюции нету. Вот так вот. Люди играют. Так, ну что? Так, что там у нас на складе? 54,95. Ну, думаю, на топовых легенд нам хватит. Поехали. Тут у нас ничего интересного нету. Понятно. Поехали ролить. Хотелось бы сюда выбить ворожая, Бигфута. Еще кого-то интересного. Ну, поехали. По 150 ролим 2000, посмотрим, как тут рендом. Ну, по 150 ролить — это инженер, королева змей, палач, шаман. Не знаю, что людям за 150 падает. Ну, как видите, дошли до ангела, 2к спустили и ничего даже не выбили. Какой кайф. 450 и первый студеный рыцарь. Я уже думал, будет фиолетовый какой-то герой. Так, панда, палач, палач, ледяной палач, кристаллический эктоплазм. Не знаю почему, у меня бы уже по-любому упала легенда. Циклоп, наемный убийца, эктоплазм. Просто жесть, одна синь падает. Ну давай уже легенду. Жесть. 7к в никуда. Просто в никуда. Рыцарь упал за 7к. Ну это просто топчик роллинг у нас сегодня получается. Рыцарь. Ну хоть Рино упал. Ну, интересный герой, поздравляю. Думаю, он тебе поможет. Плюс фараон.
Фармон, конечно, не нужный, но Рино это уже хорошо. Это уже тебе в некоторых локациях будет легче. Сможешь больше фармить. Давайте сразу его откроем. И с чем он нам упал? С разбросом первым. Ну, и на этом спасибо. Так, ну поехали. Что-то, блин, синь так и прет. Даже не знаю, что сказать. Душек. Душек у него есть. На повторочку 20к сэкономили. Леди Лео и всадник. Лео, по-моему, у нас тоже уже есть. Если не ошибаюсь, да. Ну, повторочка будет. Тоже хорошо. Рину это хорошо. Друид. Ну, это все, конечно, круто. Но надо какая-то имба. Купидон повторочка. Блин, ну все классно, круто, но надо имбу. Рэндом, давай просыпайся. Блять, еще один купидон. Ну спасибо, спасибо тебе, рэндом. Ведьма повторочка. Тут тоже неплохо, сэкономили нормальный КГшек. У них все равно не фармит много. Но хотелось бы получше. Давайте вот так вот попробуем. Ара. Ара шмара. Зачем-то нам надо. Тоже повторка. Да, тоже повторка. Ведьма повторка. И на этом хорошо, в принципе. Если так брать. Конечно, не имба герои падают нам, но хотя бы Рину упал. В единственном экземпляре, которого он будет качать. Ну, сука, рандом ебучий. Я так тебя люблю. Все. Быстро сам и тратится, не знаю. Я люблю сам и быстро тратить. Привычка. И мы ни хрена толкового, по сути, кучу выбили повторок и одного Рину. Что я могу вам сказать? Ну, как-то непонятно вообще. Рандом. Сейчас мы сделаем интересный ход. Побежали на мой аккаунт. Опа, я стал больше. Сейчас мы у меня заролим 22к и посмотрим разницу. Есть ли разница в донатных аккаунтах и без донатных? Поехали. Рыцарь, это хорошо. Бигфут Валентина со второй тычки. Ну, ребята, это читинг начался. Рыцарь тьмы упал нам. Вот так вот ролится. А дальше падает все синь, зелень. Призрачный всадник. Купидон. Чё там Бигфут не выпал? Вот мне интересно. Ну, хотя там, в принципе, Рину выпал. Ну, видите, сегодня рандомчик как-то... Гаргул. Ну, я бы не сказал, что хорошо падает. Ну, давайте замедлимся, дадим ему время подумать. Ну, тоже не падает, ни хрена. Не день для роллингов. Ведьма. Ладракула. А как хорошо все начиналось. Кенди. Сноузила. Сразу Бигфут Валька. И надо было на этом остановиться. Так, ну, смерть. Мы даже больше уже заролили. Но, как видите, реально сегодня падает не очень. Не очень. Так, побежали на его аккаунт. Опять стал маленьким.
Ну, что могу сказать? Вот так вот. Сегодня не день роллинга. Ну, и так ему нападало неплохо. Куча повторочек. Раз, два, три. Три точно хороших. Купидонов нападало, уже доделает им эволюцию. Не будет заморачиваться. Ресик. Ну, как-то вот так вот. Не знаю. Не пошло. Что-то пошло не так, скажем так. У меня тоже не особо там упало. Валька Биг. Поэтому, не знаю. Надо рулить в дни, когда идут акции. Что-то как-то я заметил, что когда акции на трату самоцветов, особенно под ролл героев, там получше что-то падает. А на выходных такое ощущение, что просто рандом отдыхает. У него тоже выходные. Не знаю даже, что вам сказать. Вот такой вот мини-роллинг у нас получился не на 22, а на 50. Выбили, конечно, интересных героев, но мало. Всегда мало. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, кидайте заявочки на роллинги. Постараюсь вам повыбивать самых топовых героев, но это не точно. Все, всем пока.